Видео специально для ЭВР. 2 июня. Белгород-Днестровский район, Одесская область. Пальма хамеропс приземистый. В открытом грунте примерно 3 недели. Вот у нас 7-я климатическая зона. Вот такой вот хамеропс у нас посажен. Уже пошли боковые побеги. Вот. Листики. Вот еще посадил пальму Трахикарпус Фортуна. Посажена с юго-восточной стороны. Тут у него защита от северного ветра. Стена дома. Высота пальмы примерно метр. Довольно крепкий ствол, толстый уже. Пошли новые листья. Вот точка роста. Вот по поводу укрытия еще не придумали, что точно будем использовать. Вот такие вот у нас пальмы растут.